Привет, YouTube! Меня зовут Анна Ланская, и в сегодняшнем видео я расскажу про акварельную склейку фирмы Малевич, которую я купила буквально вчера. Вчера я же протестировала, поэтому мне есть чем с вами поделиться. Это склейка. Акварельная склейка по четырем сторонам производства фирмы Малевич. Практически квадратный формат. То, что я очень люблю, 19 на 17 сантиметров. Здесь всего 20 листов плотностью 200 грамм. И это 100% целлюлоза. Собственно говоря, этим меня данная склейка и купила, потому что я большой фанат целлюлозы. И если в бумаге присутствует хотя бы там 25% хлопка, мне уже слегка непривычно на ней рисовать что-то. Стоит такой скетчбук, склейка, как хотите назовите, 350 рублей на данный момент. И вчера я попробовала нарисовать здесь первую иллюстрацию вот такого кота. Мне очень понравилось, как ложится краска, как она ведет себя при высыхании, насколько насыщенной получается сама иллюстрация. И мне понравилось то, что бумага абсолютно не едет. То есть остается ровненько, и когда ты рисуешь, и после высыхания склейка идеальна. В одном месте чуть-чуть отошел уголок, но это даже лучше, потому что сейчас я буду отрывать эту картинку, чтобы посмотреть, что там дальше, может быть что-то другое. Нет, я буду отрывать для того, чтобы у меня была возможность рисовать дальше. Вот, а в целом по всем остальным трем сторонам совершенно идеальная проклейка. До сего момента у меня была другая любимая бумага у Малевичей. Это скетчбуки с бумагой Waterfall и, собственно говоря, листы Waterfall. Мне очень нравилось, как здесь бумажка чуть-чуть полосится. Те, кто пробовал на ней рисовать, знают, о чем я. Эту бумагу можно узнать, даже если ты у кого-то другого ее видишь в работе. Этот скетчбук я изрисовала с двух сторон. Каждый лист. Здесь вот эта моя любимая полосатая бумажка, а с другой стороны она гладкая, но я все равно на ней что-то все время рисовала акварелью. Мне тоже нравится, как здесь ложится краска, довольно насыщенно. Но откровенно вам скажу, после того, как я попробовала вот эту бумагу, мне кажется, что здесь все еще ярче, все еще насыщеннее. Мне, как человеку, который рисует такие полумультики иллюстративные, это нравится, пожалуй, даже чуть больше. Сейчас вам расскажу про еще один скетчбук, который я недавно начала тестить, это тоже малевичевский, раз уж пошла такая тема. Здесь 25% хлопка, и, как я говорила, мне это немножко непривычно, потому что сохнет дольше, потому что краска ложится по-другому, и мне к ней, грубо говоря, надо пристреляться. И структура здесь немножко другая, для меня непривычная. Вот, я здесь рисую такие иллюстрации, и я не скажу, что мне на данном этапе комфортно с такой бумагой работать именно из-за содержания в ней хлопка. Но скетчбук, безусловно, классный, очень удобный. Я вот с двух сторон в нем рисую. Таким образом, теперь у меня этот уже закончен. В этом изрисовано всего 5 страничек, и стрижка только начата. И прямо сейчас я планирую вовсю порисовать, возможно, исключительно котов и собачек вот на этой склейке, потому что после того, что у нас вчера с этим котом было, я в нее просто влюбилась.